Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Математика бесплатная. Сегодня мы с вами разбираем задание номер 13 для подготовки к ОГЭ. Укажите решение неравенства. Это сборник Лысенко, вариант 4, 2023 год. 7х минус 2 умножить в скобках 5х минус 4 меньше 5. Раскрываем скобки, пишем 7х минус 2 умножить на 5х будет минус 10х. Минус 2 умножить на минус 4 будет плюс 8. Знак меняется. Меньше 5. Теперь мы число перенесем в правую сторону, изменив знак. 7х минус 10х меньше 5 минус 8. 7х минус 10х будет минус 3х меньше. А 5 минус 8 получается минус 3. Это 6 класс. Получилось минус 3х меньше минус 3. Разделим это выражение на минус 3. При этом будут меняться знаки не только у чисел, но и общий знак неравенства. Получается x больше 1. Теперь чертим числовую прямую. На этой числовой прямой отметим точку 1. И так как знак больше, то штрихи уходят вправо, далеко вправо. Точка пустая, потому что у нас просто знак больше. Если бы был знак больше либо равно, то тогда бы точка была закрашенная. Промежуток получается, x принадлежит от 1 до плюс бесконечности. Это первый вариант ответа. Скобка круглая, потому что точка пустая. У бесконечности всегда круглая скобка. И у плюс, и у минус бесконечности. И ответ пишем 1. Подписывайтесь на канал. Обязательно заглядывайте в ссылки в описании, в закрепленный комментарий. У меня есть плейлист, который называется «Математика ОГЭ». Там очень много разборов заданий ОГЭ, которые вам точно пригодятся. И желаю вам всем сдать ОГЭ только на пятерки.